Мне кажется, это чрезвычайно важно. Это из разряда очевидностей таких. Но мне кажется, и важно, и не менее. Поддержка и частных инвесторов тоже. Ну, кинематограф состоится как индустрия. Только тогда, когда он будет равно и гармонично сочетать возможности государства и частных инвесторов, и рынка как такового. Ну, то есть компании должны тоже сами финансировать, если у них такие возможности есть. Очень хорошо, когда государство дает возможность стартовать. Это важно, потому что далеко не все игроки индустрии, большие корпоративные, так сказать, организмы или, так сказать, продюсерские малые компании в состоянии рисковать. А с дебютами всегда риск. Поэтому, ну, здорово, когда появится некое количество дебютов. Ну, и у нас и так их очень много. В этом году, например, для отбора на Кинотавр программы было подано 104 фильма. Из 104 фильмов 60 были дебюты. Раз в 5 лет мы констатируем внутренне, а уже знаем, давно за этим следим, новую волну дебютов. То есть подрастает новое поколение. И они дебютируют. Большая часть этих дебютов, конечно же, всегда поддерживается государством. И это замечательно.